соревнования по иному плаванию. Переход по льду запрещен, но это нас не останавливает. Такая печка едет, катает. Желаешь, я не знаю. Вот такие. Нет. Тут сюрпризы и сувениры выдают. Поддают. Ну что, друзья, спортсмены Крайнего на сегодня заплыва вам представлены, уже находятся в воде. И... Мурманск, давай, опережает его кого-то. Ну и, друзья, я думаю, что вы все прекрасно слышали. Я все-таки думаю, что среди болельщиков мурманчан преобладающее количество. Если кто-то не расслышал, Владислав Сапожников, Россия, Мурманск выступает по дорожке под номером... Никто мне не ответил, отвечу вам сам. Под номером 3, друзья. Я ожидал, что хором болельщики должны мне искать мне номер дорожки. Ну да ладно, дорожка под номером 3, Владислав Сапожников, Мурманск. Тем временем очередной комментарий от главного судьи соревнований. Внимание, мурманчане и гости. На дорожке номер 4 в этом заплыве плывет представитель Болгарии Петр Стойчев. Член зала славы плавания. Всемирной ассоциации плавания. Человек-чемпион мира на открытой воде. Вот такие люди к нам прибыли сегодня на соревнования и соревнуются. Поэтому прошу поддержать. Петр Стойчев, обладатель абсолютно лучшего результата на этой дистанции в мире. Третий, давай третий, не подводи. Сменяются таблички, и мы подходим к середине дистанции. Конечно, это длинная дистанция, я думаю, что спортсмены экономят силы. Готовы взорваться на самом финише. Но потихонечку хочу вам сказать информацию на данный момент, то что я вижу, Петр Стойчев отставал примерно на корпус, это отставание сокращает, выигрывает он сантиметры пространства Владислава. Вот они уже идут вровень. Владик, вперед, болельщиков! Не должны мы с вами умолкнуть ни на секунду! Не только болельщиков из России я вижу на трибунах. Очень много наших иностранных гостей к нам присоединяется прямо сейчас. На данный момент ситуация такова, что уже примерно половина бассейна отрыв Петра от Владислава. Напоминаю всем болельщикам, Петр двигается по дорожке под номером 4, Владислав на 3. Половина бассейна. Да, примерно где-то так, половина бассейна, расстояние между ними. Но еще раз, который раз будем знать, дистанция длинная. Мурманчан сейчас хочу услышать. Наш земляк на третьей дорожке. Только успевает переворачиваться таблички, которые отвечаются за то, что все меньше и меньше отрезком остается пройти спортсменов. Петр и Владислав прямо сейчас уже повернут у линии старта. И их табличка сменится на 10, это означает, что 12 отрезков еще остается преодолеть. Последняя табличка без номера, она с логотипом чемпионата мира и гербом города Мурманска оповещает нас о том, что останется 2 отрезка. Но это будет несколько позднее. Oh,
вылечивается пока у... Примерно по 12 отрезков осталось спортсменам, кому-то чуть больше, кому-то чуть меньше. Конкретно Петру и Владиславу осталось 10 отрезков преодолеть по 25 метров. Ну что, друзья, и сейчас наступает самое интересное для болельщиков окончание такой длинной дистанции. Сейчас спортсмены должны прибавлять скорость. И сейчас им максимально тяжело, потому что силы кончаются, а нужно, необходимо, на таких дистанциях необходимо прибавлять. И, судя по всему, именно этим участники прямо сейчас и занимаются. Это ощущается здесь, когда стоишь у кромки бассейна. Физически ощущается, как из последних сил они находят еще в себе эти силы и ускоряются. Вот что я хочу вам сказать. По-прежнему отрыв Петра от Владислава составляет 25 метров. И еще есть надежда, что Владислав это расстояние будет сокращать. Друзья, настает наше с вами время болельщиков, когда мы не должны умолкать, не должны. Все средства, которые у нас есть, собственные ладони, голосовые связки, все сейчас пускаем в ход, болельщики! Переворачивается табличка у Петра, это значит, что 4 отрезка еще необходимо ему преодолеть. И 5 отрезков, соответственно, будет у Владислава. Есть свисток, это говорит нам о том, что Петр Стоичев должен преодолеть дистанцию 50 метров, и все, и на этом... И на этом он закончит преодоление дистанции в 1000 метров. Даже меньше 50. Прямо сейчас он совершит поворот. Последние 25 метров. Петр Стоичев. Дорожка под номером 4. Болгар идет. Уверенно идет к победе. Внимание, есть касание, есть финиш, Петр Стоичев, дорожка под номером 4. Есть свисток у Владислава Сапожникова. Есть свисток у Фергла Хестермана. Все внимание на дорожку под номером 3, дорожка под номером 6. Финиш по шестой дорожке. Фергел Хестерман. Есть финиш по дорожке под номером 3, как Владислав Сапожников. Дорожка под номером 1. Осталось буквально совсем немножко. Есть финиш. Зафиксирован касание тачпада. Полуэгин Дорин Джорджеску, Румыния, финишировал на дорожке под номером 1. Два спортсмена, он все находится на дистанции. Внимание на дорожку под номером 8, последние 25 метров. Альберт Сабиров, Россия, Тюмень. Погромче, болельщики, спортсмены, приветствуют вас. Мы должны ответить им тем же. Внимание на восьмую дорожку. Есть финиш у нас. Дорожка под номером 8. Альберт Сабиров, Россия. Поддержим Альберта. И, наконец, прямо сейчас, после поворота, последние 25 метров. Диего Лопес, Испания. Давай, Диего, вперед! Давай!
Внимание, дорожка под номером 2. Есть касание тачпада, есть финиш, друзья. Крайний участник крайнего заплыва на сегодня на 1000 метров. Ну же, болельщики, где вы? Окончены заплывы на сегодня, но это не значит, что окончены соревнования. Нас с вами еще ждет ряд заплывов завтра с 9:30. Короткая вода, заплывы на 50 метров. Мы будем ждать всех болельщиков здесь у нас на Семеновском озере. Конечно, напоминаю вам о том, что сегодня в 19 часов на площади 5 углов состоится церемония объявления победителя чемпионата мира и выбора следующего города, в котором пройдет чемпионат мира 2021 года. Пока печка есть. Ага. Кто управляет этой печкой?